Объявляли ли раньше на Камчатке карантин? Если внимательно читать старые газеты, то узнаем. Да, объявляли. Беру в руки вырезку из газеты «Камчатский листок» и читаю. Оспенный комитет в заседании своем 21 января постановил прекратить проезд по восточному берегу от села Еловка на Седанку и на север и по западному берегу от села Апача, далее на Большерецк, оставив свободный проезд между Петропавловском и этими селениями. 29 января 17 года, века минувшего. Привет, это Камчатка с Александром Петровым. Я продолжаю брошенный сам себе вызов. Неделя ежедневных камчатских влогов. Так как у меня режим самоизоляции, последние выпуски я записываю, не выходя из квартиры. Кстати, что вы знаете про черную смерть? Черная смерть – это эпидемия, которая бушевала в Европе в Средневековье. Есть такая легенда, что в Толедо собрались иудеи под руководством раввина Якова и решили извести христиан ядом, который был приготовлен колдовским способом. Говорили, что рецепт таков. Высушенное сердце христианина, пауки, лягушки и ящерицы. Этот дьявольский состав был тайно разослан по всем странам с приказом сыпать его в колодцы и реки. С такими вещами играть нельзя. Мы, конечно, в это не верим. Так же, как мы не верим в кровавый навет, о котором писал монах Неофит. Это точно. Но тем не менее, так называемый коронавирус якобы имеет место быть. И настроение у вас у всех плохое, поэтому давайте посмотрим красивое видео. Давайте посмотрим, как выступает детский хореографический коллектив «Фейерверк» под руководством Ирины Протасовой. Коллектив «Фейерверк» базируется в городе Елизаве. И номер, который вы сейчас увидите, называется «Детки-конфетки». Итак, смотрите. Наши детки, 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 наши, наши.
Не правда ли детки хороши? Это был елизовский коллектив «Фейерверк» под руководством Ирины Протасовой. А теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. За что? Вы сами знаете. А если вам что-то не нравится, ставьте дизлайки. Обязательно пишите комментарии. Мне интересно, что вы думаете по всему тому, по всем тем поводам, которые вызывают у вас желание написать под роликом. Если вы здесь впервые, то сейчас в правом нижнем углу появится подсказка, которую я вам советую выполнить, чтобы не пропускать новые ролики. Вот эта подсказка. Красная кнопочка «Подписаться» стала светло-серой, и на ней появились слова «Вы подписаны». Вы молодцы. Теперь вы будете не пропускать ролики на моем канале. До свидания.